Да. Девушка, а чего, что всю дорожку звонили? Вообще-то вы не одна. Ах, ты же овца такая, а? Овца? А это юридический термин, Виктория Дмитриевна. Медицинский, Светлана Игоревна. Привет. Привет. Побежали. Вить, как вкусно пахнет. Как пробежалась? Как обычно. Проболтали с Викой всю пробежку. Так, ладно, все, я в душ. Да нет, ну что ты начинаешь? Да точно я не беременна. Просто недомогание. Пройдет. Алексей, привет. Очень рад тебя видеть. А ты чего, не рад? Слушай, сколько мы с тобой не виделись, а? Лет 5, наверное, да? А, не, 6, точно. 6 лет. Да. Ты что-то не в настроении? Или мне показалось? Может, ты сразу к делу перейдешь? Встретиться с тобой хотят. Кирилл! А ну-ка вставай! Хватит валяться, опоздаешь же! Сырники с медом будешь, со сметаной? Ой, не-не, слушай, у меня диспентеризация, надо кулять натощак. Так что я без завтрака. Да ты что? Ты должна будешь это попробовать. В Твери последний раз были в командировке. Нашли кафе возле гостиницы. Ну, так себе кафе. Но какие там завтраки? Пошел у повара, спросил, где они творог берут. И представляешь, этот же творог продается в фермерской лавке возле моей работы. Прекрасно, значит. Перед совещанием у меня будет перекус. Ма. А? Подкинешь до школы? Соберешь за 15 минут, подкину. Все. Мигом. Успокойся, я не беременна. Здравствуйте, здравствуйте. Игорь Павлович. Алексей Владимирович. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Я прошу прощения. Я приношу свои извинения за столь раннее время нашей встречи. Я типичный жаворонок. Рано встаю и пытаюсь все важные дела закончить до обеда. Я надеюсь, Иван изложил вам суть моего предложения. Да. Видимо, выбора у меня нет. Да ну что, Господь с вами. Выбор есть всегда. Ну вот, например, вы можете получить большие неприятности из-за грехов своей молодости, о которых я совершенно случайно узнал от нашего общего друга. И это будет ваш выбор. А можете принять мое предложение и получить неплохую выгоду. И это тоже будет ваш выбор. Подставив мое руководство. Алексей Владимирович, дорогой, ваша начальница очень интересная, красивая, умная женщина. Сами понимаете, это пока еще не ее уровень, если можно так сказать, не ее высота. А у вас есть возможность остановить ее у подножия горы. Оттуда не так больно падать. На салфетку. Спасибо. Мам, потрясно выглядишь. Спасибо. Кто-то просил его до школы подвезти, сидит до сих пор за столом. Слушай, ну я не виноват, это сырники все.
Ты знаешь, мама опаздывающих не любит. Понятно? Mm-hmm. Давай быстрей. Так, через 5 минут выхожу. Все. Сейчас я мигом. Давай. Пока, сынок. Пока. Кирюх прав. Выглядишь сногсшибательно. Спасибо. Сегодня допоздна, да? Ну, ты же знаешь, для меня очень важен этот клиент. Вы с этим клиентом еще ничего не подписали. А ты которую неделю домой только ночевать приходишь. Вить, ну я обещаю, но скоро все изменится. На. Мне с собой? Спасибо. Поцелуй. Помада. Ладно, какие планы на сегодня? Какие планы? На дачу поеду. Вот какие планы. Строительный к черту менять надо. Потому что там прям какую-то грандиозную стройку затеял. Да мы на даче практически не бываем. Вот надо сделать все, чтобы нам хотелось там бывать. Ну, ладно. До вечера. Пока-пока. Надеюсь, вы поняли, что от вас требуется не так много. Как только все подготовите, свяжетесь с нашим другом. Иван согласился курировать это дело, а я всегда ценю хорошую инициативу. Да. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за кофе. До свидания. Ну ты и сволочь. Чего? Того. Это ты вместо спасибо? Тебе предлагают такую возможность немножко помочь влиятельному человеку, а ты еще кочевряжешься? Спасибо за кофе. Фу. Все, успел. Так. Ну-ка, давай, на, чисть свою сторону. Оп. Слушай, а поговорить с тобой хотел. Секундочку. Да, Паш, привет. Представляешь, прямо сейчас к тебе собираюсь. Угу. Спасибо, что переживаешь. Давай, скоро буду. Чего? Нас в Ирландию в школе отправляют. Угу. Можно на каникулы, можно на целую четверть. Все едут. Прям все? Ну да, все. Там Титов, Юр Лебедев, Тимур. Даша Гладкова. Даша Гладкова? Да, Даша Гладкова. Ладно, садись в машину, по дороге поговорим. Елена, Светлана Игоревна еще не появлялась? Нет, Павел Александрович, я бы вам сразу сказала. Здрасте. А вы сегодня такой нарядный. Да? С чего это вдруг? Что может быть нарядного в медицинском халате? Вы сегодня надели свой особенный галстук, а вы его надеваете только в определенных случаях. Лена, вы такая вы внимательная, а? Ваша бы внимательность, да в дело. Вы нашли карточку, которую потеряли? Свет, привет. Привет. Слушай, по тебе часы можно сверять. Выглядишь потрясающе. Все, молодеешь, молодеешь. Стараюсь держать форму. Прохожу ежегодное ТО, прям как у машины. Так, карту Баженовой. Ну, какой ты строгий. Смотри, как тебе наша новая клиника? А, честно? Да. Шикарная. Послушай, а может, ну его этот бизнес и обратно к нам? Не жалеешь, что ушла? Между прочим, Светлана Игоревна была замечательным врачом. Ее все уважали, пациенты в очередь к ней стояли. Паш, ну ты сам знаешь, какие личные обстоятельства заставили меня прийти к этому решению. Тем более, не так уж далеко я ушла от медицины. Все? Ну, пойдем, я тебя провожу. Спасибо. Насчет карты ты поняла. Пойдем. Извините, пожалуйста, я на секундочку. Начать следует с забора крови. Я поняла, спасибо. Угу. Забор крови по этому коридору до конца. Спасибо.
О, проходи, присаживайся. Так, ну что, предварительная картина хорошая. Угу. Когда придут анализы, я подготовлю заключение и пришлю тебе на почту. Спасибо. А ты молодец. Если бы все следили за своим здоровьем и раз в год проходили бы диспансеризацию, было бы меньше больных. Паш, да это ты молодец. Если бы ты не напоминал, я бы не приходила. Ну вот. А со мной повидаться лишний раз, а? Да я вообще забыл, когда мы с тобой общались, не по медицинской части. Согласна, правда, так бежать надо. Понимаю. Послушай, хотел пригласить тебя на завтра. Ну или на обед. Ты же ничего не ела из-за анализа. Да, просто совещание через час, опаздывать нельзя. Ладно, беги. Ну давай, может, поужинаем как-нибудь? Ну давай. Давай на следующей неделе. Договорились. Все, пока. Пока. Пойдем, провожу тебя. Да нет, это не проходное совещание. Проследи, пожалуйста, чтобы все руководители отделов были на месте без опоздания. Да я успею, не беспокойся. Все, давай. Алло. Привет. Ты уже на работе? Ну, отлично. А, какие хорошие новости. Ну, если я пораньше освобожусь, я заеду к тебе. Ага, пока. Пока. Коллеги, как вы уже слышали, холдинг «Строймед» объявил о начале строительства новых медицинских центров в таких крупных городах, как Самара, Воронеж и Краснодар. Соответственно, будет объявлен закрытый тендер на поставку и обслуживание этих центров. Но если тендер закрытый, они, значит, все распределят внутри своих. Нет. Они были недовольны предыдущим поставщиком в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому у нас есть все шансы зайти в этот закрытый тендер. Потому что у нас самые сильные позиции по диагностическому и лабораторному обслуживанию. Да, только у нас еще своих 4 поставки. Если мы и этим хотим заниматься, придется напрягаться. Вот именно, надо напрягаться. Так что, Юлия Сергеевна, пожалуйста, полный финансовый отчет. Леш, ну тебе, конечно же, коммерческое предложение. Ну, давайте, а Овсянникова пускай проверит все задолженности. У меня все. Работаем, ребят, и хорошего дня. Виктор, привет. А? Напугали, Нина Семеновна. Здрасте. Как дела, как здоровье? У меня все в порядке. А вот ты какой-то суетный, у тебя все хорошо? Все хорошо. Как Света? Нормально, работает. Как Кирилл? И Кирюха в порядке. Спасибо зарядке. Передавай им привет. Да. Да, я что-то соскучилась. Они скоро приедут. Ну, как выходной будет, так и приедут. Угу. Можете помочь чего-нибудь? Не надо, Нина Семеновна. Спасибо. Точно? Точно. Клиент хочет вариацию на тему бетона. Ну, я думаю, что в зоне кухни-столовой нужен более мягкий, деликатный вариант. А вот в зоне гостиной, в нише за телевизором, наоборот, грубая брутальная поверхность с декоративным рустом. Ну да-да. Тогда давай подготовь эскизы. Что с тобой? Ничего, просто резко встала, так бывает. А ты случайно не беременна? Да не беременна я. Извини. Я делала тест, хочешь? Нет, показывать мне ничего не надо. Давай лучше перейдем к показу эскиза гостиной с бетонной стеной, ладно? Может быть, тебе витаминчиков каких-нибудь пропить? Чего тебе? Я прошу прощения за беспокойство, Алексей Владимирович. Я собираю деньги на подарок Светлане Игоревне. Вы один не сдали. Да, совсем забыл.
Привет. Здорово. Оп, стой. В чем дело? Откуда синяк? Вот так на дверь налетел. Стой, говорю. И что за дверь? И как его зовут? Пап. Кирилл, ты знаешь, что если у тебя проблемы, всегда можешь ко мне обратиться. Хорошо, пап, я знаю. Лена, принесите мне карту Светланы Баженовой. Можно? Да, Леш, заходи. Надо поговорить. Да, надо. Что, увольняться собрался? С чего ты взяла? Ну как? Как же тебя любят твои сотрудники. Ради тебя готовы в мусоре копаться. Это была минутная слабость. Что это так? Это с работой не связано, это личное. Я пришел поговорить по делу. Мне кажется, нецелесообразным сейчас участвовать в тендере «Строймеда». Думаешь, не справимся? Нет, дело не в этом. В себе сомневаешься или во мне? Света, это совсем другой уровень, а значит, другие риски. Угу. А еще другие возможности. Именно поэтому мы будем до последнего биться за позицию генерального поставщика и системного интегратора. Мне кажется, поставщик уже давным-давно известен, а нас пригласили на роль массовки. Обеспечение по контракту будет на пределе наших возможностей. У нас не будет оборотных средств, к тому же у нас свои заказы еще есть. Леш, я уже полгода работаю над этим проектом. Думаешь, я просто так стала бы тратить свое время? В смысле полгода? И мне ничего не сказала? Так было нужно. Ты и сейчас не должен всего знать. А как я тогда должен? Всему свое время. Угу. Прости. Леш, звонок личный. Да, Паш, я тебя слушаю. Свет, ну наконец-то ты взяла трубку. Тебе надо срочно приехать ко мне в клинику сегодня. Зачем? Послушай, разговор есть. Свет, это очень важно. Ну, Паш, ну правда, столько работы, ну вообще нет времени. Я понимаю, но я тебя прошу приехать сегодня. Речь идет о твоем здоровье. Хорошо, а по телефону ты не можешь мне все сказать? Приезжай. Ладно. Я тебя жду. Паш, привет. Свет, привет. Ну, слава богу, ты перезвонила, а то я тебе вчера целый вечер дозвониться не мог. Ну, что ты решила? Ничего. Как ничего? Паш, я тебя очень прошу, не перебивай меня. Ладно, выслушай. Это мое решение. Я не буду проходить повторные анализы. Я не буду ходить по клиникам. Я не хочу проходить всю эту химиотерапию. В общем, ничего не надо. Что значит ничего не надо? Я хочу жить... так как не отведено. Свет, Свет, ну... Паш, я уже взрослый человек. Мне сегодня исполняется 40 лет. Точно. У тебя же сегодня день рождения. Прости, забыл. Поздравляю тебя. Паш, да при чем здесь это? Я проживу столько, сколько мне отпущено. Рядом со своими родными и близкими. И я тебя прошу еще об одном. Пообещай, что ты никому ничего не расскажешь. Послушай, Свет, так нельзя. Надо лечиться. Ты же сама врач, ты должна понимать, что каждая минута на счету. Фактор времени, он очень важен. Свет. Паш, не надо. Это мое решение. Пока.
даже просила никаких поздравлений. Вы не просили. Мил, убери здесь все. Работаем, работаем. Если есть какие-то срочные вопросы, все ко мне. Светлану Игоревну сегодня не трогаем. Это на нее не похоже. Так ты иди покопайся в ее мусорном ведре. Потом расскажешь, почему она так. Меня сегодня не будет. Убираем! Быстрее, быстрее! Да, Паш, что? Свет, привет. Ты сама прекрасно знаешь, что. Паша, у меня все хорошо. У меня сегодня день рождения. Настроение прекрасно. Я еще раз поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе здоровья. Именно поэтому я снова буду настаивать на пересдаче анализов. Угу. Значит так, слушай, у меня нет больше времени, честное слово. Сейчас придут гости, мне надо готовиться и... Слушай, вообще я в салон красоты записана, мне надо прическу делать. Я понимаю, это шок. Но это просто такая реакция. Ты давай успокойся, я тебя очень прошу. Приезжай ко мне в клинику. Я тебя жду. Поняла? Так, ладно, все, давай пока. Я не приеду. Свет. Ой, ты идешь? Да, сейчас. Никита, ты эскизы взял? Да, мне нужно кабинет. Алло. Привет. Получила анализы по почте. Да, все хорошо. Когда мы увидимся? Я скучаю. Я тоже. Я тоже очень скучаю по эскизам гостиной. Извини. Как там дела с бетоном? Сейчас. Надеюсь, в этом году вы не стали печь торт сами. Привет. Привет. Ну, подожди здесь. Сюрприза не получится. Какая же ты у меня красивая. Спасибо. Так, стоп. Стой. А что у нас с лицом? Ну, ничего, все в порядке. А синяк откуда? Об дверь ударился. Об какую? Задаешь слишком много вопросов. Мам, у тебя такая зачетная прическа. Ой, ну, слушайте, я так есть хочу. Может, за стол уже сядем, а? Прошу. Красота какая. Кирюк, снимай фартук, доставай шампанское. Да, сейчас. Слушайте, а можно мне немного? Конечно, можно. Морс. Морсик. Ладно, буду пить морс. Внимание! С днем рождения. Давайте сначала поедим, а потом уже все скажете. Мясо Кирюха приготовил. Ты прирожденный кулинар. Спасибо. Ребята, а давайте поедем завтра на дачу. Отпразднуем там мой день рождения под шашлыки. Так там ведь ремонт. Ну ничего, господи. Пару коробок подвинем. И все.
как скажешь. Ах, проведем все выходные на свежем воздухе. Прям завтра утром поедем. Ну, на дачу так на дачу. Мамино слово закон. Давайте. Мы будем сегодня за тебя выпивать? Ну, давайте. С днем рождения, маму. Спасибо. Ма, интернет там проявили, как в прошлый раз? Не знаю. А мы едем не в интернете сидеть, а радовать нашу маму. Шашлык, рыбалка. Ну, не знаю, обрадует ли мне рыбалка, а вот отсутствие интернета и телефона, думаю, да. Кирилл! А? Сдавай оружие. Все ротяма. Бери. Я сейчас быстренько приготовлю вкусный ответ на ваш вчерашний сюрприз. Так, ма, мы сейчас с папой все сами приготовим, да, пап? Конечно, конечно. Ты, кстати, обещал научить меня делать шашлык. Ну, обещал, значит, научу. А я тогда тебя научу печь Наполеон. А я тебе на следующий день рождения торт испеку. Хорошо. Мать, ты что? Все норм? Все норм. Ладно. Кирюш, сходи к Нине Семеновне, купи у нее домашних яичек. Сейчас папе помогу, мангал разжечь, сгоняю. Ну, денежку возьми. Угу. Ну что вы, какие здрасте. Деньги? Здрасте. Здрасте, Нина Семеновна. Я сама вам все принесла. И яички, и свежее молочко. Спасибо. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Как я соскалась. Правда, возьмите, неудобно. Не по-соседски это. Спасибо. А что у тебя случилось? Ты расстроена чем-то? Нина Семеновна, опять вы за свою любимую песню. Да все хорошо у нас. Наконец-то всей семьей вместе собрались. Светин день рождения отметить. Угу. Правда, заходите вечером, шашлык будет. Привет. Привет. А ты чего на работе? Сегодня выходной же. Да, наверстываю, что не успела на неделю из-за плохого самочувствия. А, ты витамины пьешь? Угу. А ты что здесь? Да достали эти фанаты бетона. Им недостаточно отправить эскиз на e-mail, им нужно все посмотреть, потрогать. В общем, я наверху, если что. Кирюш, расскажешь, откуда у тебя синяк? С кем ты подрался? Ма. Иди сюда. Давай. Ма, ну все. Маме надо рассказывать все. Но это запрещенный прием. Давай, колись. Ладно. В школе пришлось навалять одному, нагло оказался. Это из этой девочки Даши? Ну да. Она красивая? Красивая. Фотку покажешь? Вы у меня с папой телефон отобрали. Тогда покажешь в следующий раз. Что ты хотел спросить? Рад, что тебе сказал. Что, тебя в школу из-за этой драки вызывают? Ну, ладно, схожу. Надеюсь, ты ему хорошенько навалял. Больше лезть не будет? Не будет. Слушай, ма. Давай только папе ты не будешь говорить про это все. А то он обидится, что я ему это все не рассказал, что это из-за девчонки. Ну, я уверена, что папа в школе тоже дрался из-за девочек. Не, ну если не хочешь, не расскажу. Спасибо, ма. Ну, так что, она тебе нравится? Очень. Ну, что там, я ее люблю. Слушай, ма, как вот это вот отличить? Вот, типа, настоящая любовь или нет? Ну, не знаю, это как-то интуитивно происходит.
Твой папа когда зашел ко мне в кабинет с переломанным пальцем, я сразу поняла, это любовь. Интересно. Не переживай, когда она придет, ты сразу это поймешь. Ладно, что, будем ждать переломанного пальца. Очень смешно. А папа мне говорил, ты была хорошим хирургом. А что ты ушла? Ты же не рассказывал никогда. Давай, что теперь, твоя очередь. Я тебе про Дашу рассказал. Ну, не знаю, так получилось. У папы были проблемы на работе, денег не было. Ты родился. Ну, мне предложили заняться медицинским оборудованием. Вот как-то так ушла в бизнес и все. И что, это за папы все? Ну, почему из-за папы? У нас же семья, значит, проблемы общие. Вот и все. А ты не жалеешь? Знаешь, иногда снится, что стою за операционным столом. А потом просыпаюсь как-то. Не жалею. Я люблю свою работу и люблю свой коллектив. Мама, мы с тобой про Ирландию не поговорили. Чё, ты меня отпускаешь? Слушай, я не против. Но давай перенесем это на лето, чтобы от учебного процесса не отрываться. Мам, ну Даша едет, все едут. Но это 3 недели, о чем разговор? Кирюш, это целых 3 недели. А, прости, сейчас, секунду. Мы вернемся к этому вопросу. Да, Паш, привет. Если честно, сейчас не очень удобно говорить. Правда, у нас сейчас праздник, я наконец со своей семьей. Все, давай, потом перезвоню, пока. Ну, пожалуйста. Я обещаю, мы вернемся к этому вопросу. Давай, неси папе зелень, а я вам сейчас шашлык принесу. Ладно. Вот. Готов. А мясо можно в чем угодно мариновать. Можно в кефире. О, и мясо пришло. Можно лук с уксусом использовать. Некоторые даже в водке маринуют. Представляешь? А что лучше всего? Кому что нравится. Смотри, мясо нанизывать на шампур нужно. На небольшом расстоянии кусочки друг от друга должны быть. Тогда мясо прожарится, пропечется, будет румяным, сочным. Вот понял. Так. Готов? Вот так. Сядь, успеешь. Шашлык идет. Что-то Нина Семеновна задерживается. Куда денется твоя Нина Семеновна? Придет она. А мы вчера так тебе ничего не пожелали. Набросились на еду, как с голодного края. Забыли про поздравления. Да ладно вам, и так все понятно. Не все. Я тебе хочу вам пожелать, чтобы у тебя все было круто на работе, и чтобы ты больше времени проводил с нами. Кирюх, в жизни ничего просто так не происходит. А мама наша бизнес-вумен, и она должна расширять горизонты. За тебя. За горизонты. Слушайте, пойду все-таки Нину Семеновну позову, как-то неудобно получается. Давай, давай, докладывай. Нормас. Иду, иду, иду. Извини, что задержалась. Ничего. Ну, давай. Рассказывай. Чего такая грустная? Ну, почему нормальная я? Какая нормальная? Ну, что, я не вижу, что ли? Ну, в общем, я сдала кровь, у меня рак. Теперь не знаю, как сказать мальчишкам об этом. Дай-ка мне руку. Зачем? Давай, давай, говорю. Все у тебя будет хорошо. Чего уж хорошего с таким-то диагнозом? Ну ты слушай меня. Я знаю, что говорю. Вот. Жизнь проживешь долгую и очень счастливую.
Вот только своим надо все рассказать. Нельзя от них таить. Ты меня поняла? Да. Давай. Иди и все им расскажи. А я мешать не буду. Угу. Спасибо. Хлеб дай позвать. Я должна вам кое-что сказать. Я, конечно, сначала не хотела, но, видимо, по-другому не получится. У меня обнаружили рак. Рак крови, лейкоз. Мам. А мы тут шашлыки жарим. А что еще делать, плакать, что ли? Когда ты узнала? Позавчера, когда сдала анализы. А почему ты сразу не сказала, Свет? Я просто не хотела вас расстраивать. Ой, детский сад какой-то. Да все пойдет. Ты выздоровеешь? Да. А чего дядя Паша говорит? Ты у него в клинике была? Я у дяди Паши и сдавала. Настаивает на повторном анализе. А почему настаивает? Ты что, отказываешься? Ведь я не хочу. Как ты не хочешь, Свет? Да ты что? Ты же врач. Ты же каждый год обследование проходишь. А теперь на все машешь руку. Мада, ты что, надо сдать анализы еще раз? Может, они ошиблись? Конечно. Сделай, как говорит дядя Паша. Я, конечно, не очень люблю твоего дядю Пашу, но он прав. Я завтра отвезу тебя в больницу. Не, не надо, я сама. Все. Я обещаю, я пройду еще раз обследование. Все будет хорошо. Обещаешь? Все будет хорошо. Обещаю. Как же я вас люблю. Ты куда пропал? Серьезный человек нашим делом интересуется, а я не знаю, что ему отвечать. Mm-hmm. А ты кем себя возомнил, придурок? В смысле? В прямом. Ты че сюда приперся? Ты бы еще у секретаря записался и в офис поднялся. Ну ты это, на телефон не отвечаешь, на смски тоже. Если не отвечал, значит еще ничего нет. Юрию Павловичу такой ответ не понравится. А мне плевать. Что обещал, то и сделаю. И не надо за мной ходить, я сам тебя найду. Алло, Юрий Павлович, ну я с ним серьезно поговорил. Да, встречались. Ну, в общем, все под контролем. Угу. До связи. Ты молодец. Молодец, что приехала. Повторные анализы будут готовы настолько быстро, насколько это возможно. Да, и еще я записал тебя на пункцию костного мозга. Спасибо. Угу. Мы разработаем программу и начнем лечение. Паш, ты извини, что я себя так повела. Сама не знаю, чем я думала. Главное, что ты смогла себя взять в руки и приняла единственное правильное решение. Пойдем. Так. Мила. А? Светлана Игоревна у себя? Еще нет. Не звонила? Нет, не звонила, никаких поручений не оставляла. Странно, на нее это не похоже. Я документы к ней в кабинет занесу. Алексей Владимирович. Помните, мы, когда день рождения Светланы Игоревны справляли, она совсем не в духе была. Ну? Ей тогда целый день какой-то мужчина названивал. А она сказала с ним не соединять. Что за мужик? Не знаю, он представился как Павел Александрович. И что хотел? Ну и вопрос у вас, Алексей Владимирович. Ну, я, конечно, спросила, что передать Светлане Игоревне, когда она освободится или появится. Но он никаких сообщений не оставлял. А потом вообще стал злиться и сказал, что не понимает, как можно быть такой упрямой.
Я растерялась и сразу даже не поняла, это он про меня или про Светлану Игоревну. Понятно, что ничего не понятно. Документы я в кабинет закину, а тебе в разведку идти надо. В разведку. Получить металлизированный отблеск можно, если покрыть фактуру лессирующим воском. Да, да, это подойдет, если вам нужно сочетание сразу нескольких эффектов. Но вот каменную фактуру я бы рекомендовала в качестве акцента. Конечно, да. Вы можете посмотреть примеры у нас на сайте, ну или я могу организовать вам личную презентацию у нас в офисе. Да, будет замечательно. Подумайте. Всего доброго. Да, я смотрю, витамины работают. Вон как ты с клиентами. Так, возьму-ка я себе парочку. Вот у меня сегодня встреча с фанатами бетона. Слушай, а может быть, дело не в нехватке витаминов? Ну, может быть, это что-то психосоматическое из-за нестабильной личной жизни. Что там твой, определяться собирается? Не знаю. Но мне кажется, менять ничего не намерен. Его и так все устраивает. Встречаемся, когда ему удобно. А меня эти отношения уже просто опустошили. Но и без него уже не могу. Сочувствую. Да, верно. Я хотел бы получить электронную и цифровую подпись. Да, физическую лицо. А чем они отличаются? А, хорошо. Ну, тогда, конечно, тогда усиленная. Угу. А можно это сделать без личного присутствия? Ну, отлично. Просто отправить вам копию и все. Угу. Паспорт, СНИЛС, ННН. На почту или прикрепить через личный кабинет? Понял? Спасибо. Спасибо, всего доброго. Так. Светлана Игоревна, здравствуйте. Добрый день. Как отпраздновали? Удалось отдохнуть? А, спасибо, хорошо, удалось. Вас Алексей Владимирович спрашивал. Все пытался разузнать, где вы и кто вам звонил. Хорошо, пускай зайдет. Хотя нет, я сама зайду. Он в переговорке. Спасибо. Да, будет звонить Павел Александрович, немедленно соединяй. Даже если вы на совещании? Даже если я на совещании. Понимаешь? Здравствуйте. Да. Привет. Привет. Слушай, пришел официальный запрос от Строймеда, я, в принципе, все подготовил. Да, давай и... потом. Мне надо с тобой поговорить. Да, конечно, давай. Присаживайся. Что случилось? Нет. То есть да. Что такое? Ну, в общем, на прошлой неделе мне поставили диагноз лейкоз. Онкология. Ого. Так вот, почему ты была в таком настроении, когда мы тебя поздравляли? Ты уже знала, да? Да, накануне сказали. Кстати, извини, я была не права. Надо перед ребятами извиниться. Да нет, тебе не за что извиняться абсолютно. А что врачи говорят? Ну, а что врачи говорят? Предстоит лечение, понятное дело, химиотерапия и еще какие-нибудь сильно действующие препараты. Работоспособность уменьшится. Ну и, возможно, придется чаще находиться в клинике. В общем, Леша, именно сейчас для меня очень важен проект «Строймед». И я хочу, чтобы ты полностью им занялся. Так я и занимаюсь им в приоритетном порядке. Да, я знаю. Просто был так скептически настроен. Да. Ты можешь не волноваться. Все будет хорошо, я все сделаю. Спасибо. Я тебя уверяю, если все срастется, твои бонусы возрастут сразу в два раза. Мне кажется, в данной ситуации про деньги вообще не стоит говорить.
Просто хочу сказать, что клиент, правда, очень важен для нас, и он капризен. Так что давай, открывай компьютер, буду вводить тебя в курс дела. Начнем работать. Давай. Привет. Я уже думала, ты не придешь. Глупость. Ой, пойду приведу себя в порядок. Мы скоро будем с тобой вместе. Совсем. Ты решил подать на развод? Алло, Паш, привет. Ну, давай, не томи, подтвердилось? Подтвердилось. Подтвердилось, что ты абсолютно здорова. Пришла повторная кровь, она чистая. Паш, подожди, ты уверен? Точно ничего нет. Да нет, нет, все будет нормально. Проверили ее в двух лабораториях. Паш, ты гарантируешь? Я тебе гарантирую, что по крови вопросов нет, все отлично. Единственное, для полной уверенности я бы сдал контрольную пункцию костного мозга. Кстати, ты давно ела? Давно. Отлично. Сможешь приехать прямо сейчас? Да, 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 конечно, прямо сейчас подъеду. Спасибо. Давай, я тебя жду, все подготовлю. Здравствуйте, Юрий Павлович. Добрый день, Алексей Владимирович. Вы один? Вы с кем-то еще договаривались о встрече? Нет, вы просто сами за рулем, без водителя. Интересно. Вы попросили о срочной встрече со мной только для того, чтобы выяснить, есть у меня водитель или нет. Не переживайте, водитель у меня есть, просто в нем сейчас нет необходимости. В общем, ничего не получится. Интересный вы человек, Алексей Владимирович. Вы прекрасно знаете, что благодаря нашему другу Ивану мне известны некоторые детали вашего прошлого, и я могу устроить вам очень веселую жизнь. Да, я это знаю. И все равно хотите отказаться от наших договоренностей? Юрий Павлович, это просто невозможно. Баженова сама лично все контролирует. У всех сотрудников только частичная информация. И как она собирается получить контракт со Строймедом, знает только она. Алексей Владимирович, вот вы и выясните, что задумала Баженова. А для чего такие сложности, а? Скажите? Вы же от этого контракта со Строймедом заработаете не такие уж большие деньги. Дело не в том, сколько я заработаю, а в том, сколько я потеряю, если этот контракт достанется кому-нибудь другому. Не подведите меня, Алексей Владимирович. Всего доброго. Всего доброго. Паш! Боже мой, как я рада, Паш! Спасибо тебе! Ты не представляешь, что я пережила. Да я понимаю. Странная история с этой лабораторией.
Но пункцию все равно надо делать. Я надеюсь, ты не передумала? Конечно, не передумала. Ты что, будем делать? Я вообще хочу полностью избавиться от этой гадости. Избавишься, и мы будем праздновать. Конечно, будем. Так, ресторан за мной. Кофе попьем, день рождения мы отметим. Согласен? Согласен. Только за ресторан плачу я. Нет, день рождения мой. Погоди, а подарок? Паш, твой подарок — это моя здоровая кровь. Я побежала. Беги, погоди. Чего? Направление на пункцию. Болта. Беги. Света. Кирилл, мама! Мам, ну что? Ну что? Ну, в общем, повторный анализ. Ничего не обнаружил, я здорова! Тихо-тихо-тихо, надорвешься. Кирилл, мы тут чуть с ума не сошли. Мам, я так переживал, что даже контроху по истории звали. Ты не будешь ругаться? Нет, конечно. Пойду-ка я шампанское открою. Мам. Все время думал о тебе, думал там, что ты, как там, что у тебя. Никак собраться не мог, потому и завалил. Ой, да ладно, ерунда. Вы уж извините, что я заставила вас так переживать. Думаю, ты что, ну, ты же не виновата. Это была ошибка, случайность. Нет, в жизни ничего не происходит случайно. Значит, должно было произойти именно со мной. А вот для чего, жизнь расскажет позже. Но обязательно расскажет. А ведь у кого-то этот анализ правильный. Смотри, мы можем опустить цену на 5% ниже, чем у конкурентов, как ты просила, но есть определенные условия. Какое? Если увеличим размер предоплаты и разместим заказ на производство компонентов немедленно, в этом случае наши конкуренты, даже если дадут цену ниже, они не смогут обеспечить поставку в полном объеме и вовремя, так как все производственные мощности будут заняты нашим заказом. Рискованно. А если они прямо сейчас скупают остатки товара со склада? А? В твоей лотерее шансов выиграть больше. Об этом я тоже позаботился. Еще накануне дал поручение выяснить остатки. Того, что есть, не хватит ни на что. Да, и производство наше тоже специфическое. Отлично. Отчет мне на почту. Сейчас скину. Молодец. Прошу. Спасибо. До сих пор не могу поверить своему счастью, что ты наконец удостоила мне возможности пообщаться с тобой, как в старые добрые времена. Да, мне стыдно, я Динамо. Ну ты же знаешь, у меня столько работы. Погоди, а я, по-твоему, бездельник, да? Нет, я этого не говорила. Ладно, не было бы счастья, да несчастье помогло нам с тобой встретиться на обед. Хорошо? Да, ну учти, у нас всего полтора часа. Погоди, какие полтора часа? Мы так не договаривались. Потом прошу. На работу. А я, между прочим, ради такого случая отменил дежурство в центральной городской. Ну, вернее, поменялся с коллегой днями. Ты что, еще в больнице работаешь? Я не знала. Да. О, давайте. Давай. Присаживайся. Спасибо. Девушка, можно вас? Да, конечно. Так, ты что будешь пить? А мне, пожалуйста, апельсиновый сок. А мне воду без газа. Спасибо. Ты еще много чего обо мне не знаешь. Потому что вытащить тебя на обед или хотя бы на чашечку кофе – это просто нереально. Ну, а так, коммерческий центр, ну, ты все хорошо, деньги. Но я еще оперирую в центральной городской, ну, чтобы не терять квалификацию. Паш, какой ты молодец. В общем, ты все свое свободное время занял работой. Ну да, пока семьи нет, свободного времени полно. И надо этот пробел чем-то занять. Вот я занял его работой. Руки чешутся. Паш, ты хирург от Бога, это призвание. У тебя тоже было призвание, однако ты его... Ну что, скажи, почему ты не женат? Потому что до сих пор не встретил такую женщину, как ты. Паш. И ты еще скажи, не знал, что был в тебя влюблен еще в институте. Нет, я, конечно, догадывалась. Ну, правда, столько времени уже прошло. Конечно, прошло. И любовь тоже прошла. Mm-hmm. Нет, у меня, конечно, были романы, такие краткосрочные, мимолетные отношения. Ни с кем не мог ужиться.
Но если честно, я хотел тебе признаться еще в интернатуре, но... Но пока собирался с мыслями, ты собралась замуж за Виктора. И уже носила Кирилла. Так что я опоздал. А ты была такая счастливая. Ты просто сияла от счастья. Знаешь, если честно, я тогда, кроме Виктора, вообще никого не замечала. Пожалуйста. Спасибо. Да ты и сейчас, кроме Виктора, никого не замечаешь. Знаешь, почему после вашей свадьбы я ушел в онкологию? Почему? Чтобы тебя не видеть каждый день в ординаторской общей хирургии. Ты что, серьезно? Mm-hmm. Представляешь, а мы с девчонками гадали, куда ты так неожиданно ушел? Ничего себе неожиданно. Слушай, я уже который день думаю об одном. Если я здорова, но результаты же пришли, значит, есть человек, который болен раком, он об этом не знает. Правильно, я тоже об этом думал, поэтому попросил вызвать всех пациентов того дня на повторный анализ. Давай сегодня не будем об этом, хорошо? Паш, какой ты молодец. Ну, ладно, хватит. Я безумно счастлива, что у меня есть такой друг, как ты. А я так рад, что у меня есть такой друг, как ты. За дружбу. Давай же что-нибудь закажем. А то официант, он на нас смотрит не по-доброму. Ну да, тем более времени у нас на все про все осталось. 1:15. Ты опять? Заказывай. Не, ну ты вообще ку-ку, Свет. Нормальный дипломированный специалист и выражаешься как грузчик. Нет, я просто не понимаю, зачем тебе это надо. Ты только что выкарабкалась из ада, а теперь занимаешься тем, что думаешь о других. Зачем тебе это? Пусть этим Паша твой занимается. Кстати, я бы обратила на него внимание. Угу. А что, хороший левак укрепляет брак? Вот ты мне как дипломированный юрист рекомендуешь, да? Ну, ты же знаешь, я однолюб. Тем более у меня такое счастье свалилось, а кого-то сейчас таким диагнозом огорошено. Вот, хорошо, поняла, спасибо. Вот, посмотри, костный мозг чист, все хорошо. Паш, прям как гора с плеч. Спасибо. Да не за что. А ты оказалась права. Да? Да. Анализы действительно перепутали. 21 век на дворе. Бред какой-то. Все компьютеризировано. Ну как такое могло произойти? Не понимаю. Ну, человеческий фактор никто не отменял. Похоже действительно на то, но комиссия уже трясет лабораторию. Больной оказалась другая пациентка. Угу. А ты знаешь кто? Сейчас. Вот, молодая девушка, 32 года. Послушай, больше я тебе ничего не могу сказать. Врачебная тайна, ты сама все понимаешь. Паш, ну ты смеешься. Я тоже врач, тоже давала клятву, имею право знать. Даже не уговаривай. Я сказал нет. Павел Александрович, да. Не могли бы вы подойти? Там пациент скандалит, он вас требует. Хорошо, сейчас подойду. Свет, я на секунду, угу. Никуда не уходи. Да-да. Света, привет. Можно? Да-да, заходи. Ты смету проверила? Что скажешь? Ой, слушай, Лёш, прости, закрутилась. Вообще времени нет. Ну, ты же все проверил, там же все нормально. Да. Ну, все. Свет, ты мне скажи, если у тебя не хватает времени или сил. А, нет. Лёш, все в порядке. Представляешь, там анализы перепутали. В общем, я здорова, все хорошо. Серьезно? Да. Я уже несколько раз пересдавала, так что результат 100%. Вуаля! Я здорова. То есть ты уже давно об этом знаешь, а мне не сказала? Ну, прав, ну прости. Просто столько всего навалилось, вот разгребаю. О, ну, все отлично, замечательно. Пойду, пойду тогда. Слушай, подожди. У тебя есть страничка в соцсети, да? Не, у меня, конечно, тоже есть, просто я пароль забыла. Может, поможешь? Мне одну девушку надо найти. Какую девушку? Какая разница какую? Поможешь или нет? Спасибо. Так, смотри. Анна Куликова. Вот.
Так, дизайнер, значит. Так. Вот она. Красивая. Так. Город Лисовец. Это где? 3 года уже в Москве. Посмотрим фотографии. Ух ты, какая насыщенная жизнь. Это же твой Виктор. Месяц назад. Ты вернулся? Ну, так соскучилась. Привет. Я тоже соскучился. Как все прошло? Отлично. Лекция по теме, народу много. А вопросов тоже много. Устал? Ты знаешь, да, так ванну хочу принять. А то заселили в какой-то клоповник. Так что приготовлю. Спасибо. У тебя все хорошо? Да. Вот ведь скотина. А, слушай, Алёш, прости, пожалуйста, у меня тут дела, я побежала. Что, куда ты пошла? Завтра все досчитаем, да, пересчитаем, доделаем завтра. Успокойся, не переживай. На скажу. Да, ну, мне куда правда, ты пошла? Не надо, успокойся, ну, ты сейчас на нерв, ты сейчас истерик, тихо. Дыши, не надо никуда сейчас. Ты дров наломаешь, ты сейчас на нервах, успокойся. Поняла меня? Все? Садись. Воды принести? Нет, не надо мне никакой воды. Ты успокоилась? Да, я спокойно, можешь идти. А я к вам на минутку. Не сейчас. Света. Нет, все, правда, все в порядке. Света. Ого. Вик, привет. Занята? Прекрасно. Как насчет вечерней пробежки? Это срочно. Я даже не знаю, сколько это длилось. 3 года. Может, меньше. Да вообще, какая разница? Я же была уверена, что у нас с Виктором настоящая крепкая семья. У меня даже в мыслях такого не было. Я работала целыми днями. Как он мог? Светуль, ну ладно, ну что ты так расстраиваешься? Мне твой Виктор, если честно, никогда не нравился. Спасибо, ты вообще умеешь поддержать. Ну а что ты от него хочешь? Он же мужик. Поэтому может изменять направо и налево? Конечно. Они же все полигамны. Им это нужно как воздух. Что ты хочешь? Не, надо выпить. Нет. Это не выход. И мы даже начинать не будем. Слушай, ну мы столько лет прожили вместе. Да я понимаю, Свет, у вас была прекрасная семья. Ты поднимала бизнес, а Витя сидел, сложа руки. Жена кучу денег зарабатывает, что напрягаться? Дом полная чаша. Ну вот он и стал посматривать направо, налево. Ну, Вик, ну ужасно звучит, как будто в пошлом романе. Да. И название у него – «Жизнь». Ну что теперь делать? Ты у меня совет спрашиваешь, как у адвоката или как у подружки? Ну, и тот, и тот. Хорошо. Тогда совет. Тебе нужно делать вид, что ничего не произошло. Ты с ума сошла? Я еще не закончила. Я тебе говорю, ты с ума сошла. Да я сейчас приду и все ему скажу. И будешь не права, потому что одной фотографии недостаточно. Нам нужно собрать побольше сведений, понимаешь? Нужно подойти к этому делу серьезно. С холодной головой, так сказать. Но ты же сама это понимаешь. Ладно, я все равно хочу развестись. Хорошо, я это поняла. Но мы сделаем это гладко и без потерь. Ты права. Но что будем делать? Вот, это уже деловой разговор.
Для начала я посмотрю все ваши документы. Потом я изучу, что у вас там с имуществом. И, Светунь, пожалуйста, не рубись горяча, ладно? Да. Ты можешь еще 100 раз передумать. Сегодня ты его ненавидишь. Завтра ты вернулась к нему и любишь его до беспамятства. Понимаешь? Я давно этим занимаюсь. Я много видела ситуаций в своей практике. Вот разных, Свет, поверь мне. А вот ты поверь мне, мы с Виктором больше никогда не будем вместе. Вот ты опять выходишь на эмоцию. Зачем ты это делаешь? Я тебе говорю, нужно с холодной головой принять решение. Все, я успокоилась, я с холодной головой. Отлично. И сыну ничего не говори. Пока не будешь на 100% уверена. Да, Кирилл, я не скажу. Пока. Угу. Он как раз в Ирландию хотел ехать. Пусть едет. Вот. Это хорошая идея. Правильно, подальше его от всей этой ситуации. Молодец. А Кирилл где? Не знаю, кажется, в кино пошел. Кажется. Свет, ну здоровый мужик, я что с ним везде за ручку должен ходить? Давай садись, ешь. Давай садись, остывает. Смотри, какая запеканка. Выглядит аппетитно. Прямо готовишь с каждым разом все лучше и лучше. Спасибо. А как дела на работе? Как командировка? Командировка? Да отменилась командировка. И в ближайшее время не предвидится. А чего так? Чего? Кризис в стране? Ну да, кризис. Что-то не так? С чего ты взял? Ну, да как-то странно разговариваешь. Да нет, нормально я разговариваю. Просто спросила. Что у тебя с работой и все. Перца не хватает. Я же сказал, все кончено, и обсуждать здесь нечего. Нет, Вить, подожди. Ты мне говорил, что мы совсем скоро будем вместе. А теперь что, наши отношения слишком подзатянулись? Только не устраивай сцены, я этого не люблю. Вить, ну почему сейчас? Я больна, у меня рак. И у тебя тоже? Ну, вы даете. Как будто все сговорились. У вас у женщин ничего святого. Чем угодно можете прикрыться, лишь бы мужика удержать. Вить, ну ты чего, тебе результат анализа показать? Покажи. Покажи. Только это ничего не изменит. Господи. Какое ты чудовище, Витя. 3 года я на тебя потратила. Там мне вообще, может, жить осталось всего ничего. Нет, лучше бы я это время провела иначе. Я тебя сразу предупреждал, чтобы ты ни на что не надеялась. Я думала, что мы любим друг друга. А нет. Ну, не делай из меня, подлец. Можете водички принести. Всем привет. Доброе утро, Светлана Игоревна. Здравствуйте. Доброе. Ладно, будем считать, что так. Мил, напомни, что у нас сегодня по текущим делам. А, да, в 11 летучка, в 2 совещания. Скажи, что всех жду с полными отчетами. Хорошо. Да, и пригласи, пожалуйста, Алексея ко мне в кабинет. Наверное, разводиться будет. Да ладно. Мил, я просила вызвать Алексея. Где он? А, он уже пришел. Все, отбой. Привет. Привет. Что с проектом? Ну, а что с проектом? Все хорошо. Мы работаем, все двигается. Ну, а дальше? Что дальше? Рассказывай. А, ну, по моим расчетам, собственных средств компании хватит только на участие в торгах.
Дальше нужно будет брать кредит. Ну, я, в принципе, это предполагала. Вот, а для этого нужно будет одобрение банка. Хорошо. Сделай запрос и сумму. Уже все сделал. В отдельном файле. Оперативно. Угу. Хорошо, когда все просмотрю, обязательно свяжусь с тобой. Нет, это надо сделать побыстрее, желательно сегодня. Я же тебе сказала, когда посмотрю, тогда и свяжусь. Я занята. У тебя все хорошо? Что? Я спрашиваю, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Я не хочу об этом говорить. Помощь нужна? Леш, я обещаю, я посмотрю и сразу свяжусь. Все хорошо. Угу. Хорошо, так хорошо. Light decision. Дизайнер Анна Куликова. Добрый день. Могу ли я переговорить с Анной Куликовой? Да, здравствуйте. К сожалению, ее сегодня нет, у нее выходной, личные дела. Но могу порекомендовать вам другого, не менее квалифицированного сотрудника. Ольга Попова, очень хороший специалист с большим опытом работы. Нет, знаете, хотела бы поработать именно с Анной. Мне ее посоветовали как профессионала. Хочу заказать у нее реконструкцию помещения. Хорошо, скажите, а у вас квартира, офис или магазин? Офис. Так, хорошо, давайте сделаем так. Я запишу ваш номер телефона и передам Анне. Она свяжется с вами, когда будет в офисе. Нет, давайте сделаем по-другому. Вы запишите адрес, а Анна завтра к 11 утра сюда подъедет. Да, хорошо, конечно, давайте так и сделаем. Тогда я все обязательно передам, да? Спасибо, до свидания. Анна Куликова. Может быть, вам помочь? Нет, спасибо. Я сам справлюсь. Мил, завтра приедет девушка-дизайнер, проводи ее сразу ко мне в кабинет. Хорошо, а какие-то документы нужно будет? Нет, 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 это просто ознакомительная встреча, не больше. А можете одну минуточку, извини, пожалуйста, в отеле? Ты что творишь? Что? Какой дизайнер? Мы же решили все наши средства. Я просто хочу сделать косметический ремонт, чтобы наш офис соответствовал роду нашей деятельности. Ну, в данной ситуации, мне кажется, это нецелесообразно. Хорошо, я просто хочу узнать, во что нам это выльется. Все. Ты хозяйка. Тебе решать. Вот мы ищем дополнительные средства для исполнения условий контракта. Да. Все хотят получить этот контракт. Конкуренты, а все готовы. Я думаю, тем более интереснее будет у них выиграть. Я слышал, что вы несколько раз пытались отговорить Светлану Игоревну от участия. Откуда вы знаете? Ну, мир не без добрых людей. Не делайте этих глупостей. А не будет ли для вас выгоднее, если один из главных конкурентов просто сойдет с дистанции? У меня поменялись планы относительно Светланы Игоревны. Она должна дойти до финала. Не понимаю. А вам и не надо ничего понимать. Просто делайте, что вам говорят, и спасибо за кофе. Ну, к нему даже не притронулись. Потому что это не кофе. Ты какая-то измученная, Свет. Не выспалась. Устала?
Возьми неделю отпуска. Ты ведь хозяйка, ты можешь это позволить себе в любое время. Давай съездим куда-нибудь, отдохнем, развеемся. Свет, ну чего ты молчишь? Ну, если что случилось, то скажи, я ведь от тебя ничего не скрываю. Угу. Моя хорошая, ну я люблю тебя. Устала, просто на работе так много дел. Здравствуйте, я Анна Куликова, у меня здесь назначена встреча. Здравствуйте, мы вас ждем. Давайте я вас провожу в кабинет Светланы Игоревны. Милая, извините, буквально одну минуту. Подождите, у меня срочный вопрос к Светлане Игоревне. Давайте тогда верхнюю одежду свою. Света, там это девушка-дизайнер, которая с фотографией. Да, я знаю. Зачем она пришла? Поговорить хочу с ней. Уверена, что это нужно? Да, Леша, уверена. Иди работай. Прости. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Я так понимаю, заочно мы с вами уже знакомы. Вот хочу с вами поговорить. Давно вы с Виктором дизайном занимаетесь? Я... Вы же прекрасно знали, что у него есть и жена, и сын. Знала. Но я только приехала в Москву совсем одна. И он меня поддержал. Ну это да. Вот что-что, а поддержать Виктор умеет. Ну, помог с работой и жильем. И вы решили его отблагодарить, разрушив его семью? Правильно я вас понимаю? Ань, я знаю про ваш диагноз. И вы пригласили меня, чтобы позлорадствовать? Нет. Решили добить меня? Да нет, Ань, подождите, вы неправильно меня поняли. Ань! Светлана Игоревна, эта девушка-дизайнер, она убежала. Она плакала. Мил, перенеси все мои встречи на завтра. Я уезжаю в офис, сегодня не вернусь. Света, зря ты это затеяла, потом пожалеешь. Леш, я сама разберусь. Не вмешивайся. Ну, а что? Да как же так? Мил, доброе утро. Доброе утро. Прошу, самый крепкий кофе и срочно. У нас с тобой сегодня много работы. Да, и забери всех начальников департаментов через 30 минут в переговорной. Да, Паш. Свет, здравствуй. Помнишь, я тебе рассказывал про девушку, чьи анализы с твоими перепутали? Ты так, Паш, подожди, при чем здесь я? Правда, у меня куча дел, Паш. Спасибо. Подожди, Свет, послушай. Я сейчас нахожусь на дежурстве на сутках в Центральной. Так вот, ночью привезли по скорой ту самую девушку. Я ее узнал в приемном покое. Она хотела с собой, но, в общем, ты меня понимаешь. Да, и еще. В ее одежде нашли записку, адресованную тебе. Свет, ты чего молчишь? А, да, я здесь. Тебе и твоему мужу. Я тебе вчера целый день дозвониться не мог. А секретарша сказала, что ты принимаешь любовницу своего мужа. Дизайнера, который будет ремонт делать у вас в офисе. Вот. А в записке про тебя и про Виктора. Ну вот у меня все и сошлось. Ну, Паш, да, я сейчас выезжаю. Скажи, она еще там? Да, жду тебя. Все, жди, скоро буду. Коллеги, прошу прощения, мне нужно срочно уехать. Совещание переносится на вторую половину дня. Мила, ты уволена.
Ну что? Привет. Ну, на вот посмотри. Раскаивается. Ее еле откачали. Вовремя привезли. Хорошо, она успела перед тем, как отключиться, своему коллеге по работе позвонить. Вот он и вызвал скорую. Ужас какой. Когда она узнала, какую боль тебе причинила, решилась на самое страшное. Ой, какая я дура. Она просто запуталась. Я тут на нее с этими расспросами. Еще мой муженек ее бросил. Послушай, ну не казни ты себя. Узнать такое про мужа, я понимаю. Ну, правда, я просто хотела найти эту Аню. Я такая злая была. Не хотела же с ней ругаться, просто хотела поговорить. Что теперь с ней будет? Все же обошлось. Она жива. Не переживай. Все хорошо. В общем, я приняла решение, я подаю на развод. Готовь документы. Ты что, поговорила с Виктором? Да не буду с ним разговаривать. Да и не о чем нам с ним разговаривать. Его роман закончился трагически, так что все, правда, готовь документы. Подожди, подожди, почему трагически? Он бросил свою любовницу. Ну, так это же хорошо. Он бросил свою любовницу, когда узнал, что она больна раком. Девушку еле откачали в больнице. Да. Слушай, ты знаешь, а твой Виктор, ну, не перестает удивлять. Я приготовлю документы себе. Спасибо. Слушай, а пойдем ко мне? Выпьем, а? Ну, ты же сама говорила, что это не повод напиваться. Нет, вот как раз сейчас это повод. Не, давай потом. Неправда. Свет, ты? Привет. Привет. Давай помогу. Кирилл дома? Нет. Отлично. Хочу с тобой поговорить. А в чем дело? Садись. Я подаю на развод. В смысле? Я хочу с тобой развестись. Ну, объясни, что происходит. На протяжении 3 лет у тебя была любовница Анна Куликова. Сейчас девушка больна. Очень больна. И ты умудрился ее в таком состоянии бросить. Еще нужны какие-то объяснения? Не надо ей лишнего навешивать. Я тебе говорю, это моя пациентка, у нее лейкоз. Просто реактивное состояние, шок. А ты ее сразу с психиатрами связывай. Да ты пойми, это же обязанность моя. Я ведь ничего не выдумываю. Такие правила. Здравствуйте. Разрешите? Да знаю я про правила. Только к черту правила, которые человеку жизнь поганят. Слушай, не дави на меня. Да я и не давлю. Но давай по-человечески. Я за нее отвечаю. Я тебе обещаю, что ничего подобного с ней не произойдет. А если произойдет и повторится, то отвечать придется мне. Я тебе сказал, отвечаю я, ты понял? Надеюсь, мы договорились. Раз с тобой можно не договориться? Спасибо, Гош. Не спишь? Сплю. Че, свет не выключил? А папа где? Командировки. Да, опять? Он же сказал, что больше ездить не будет. Все вопросы к отцу. Спокойной ночи. Да, кстати, я подумала насчет твоей поездки в Ирландию. Можешь ехать. Правда? Спокойной ночи. Да? Мам,
Спасибо тебе огромное. Спасибо. Все, спокойной ночи. Люблю тебя. И я тебя. Ты? Да паршиво. Я с ним развожусь. Ты всегда была человеком дела. А чего тянуть резину? Порядочным он не станет. Это да. Как Анна? Промыли, прокапали. Теперь с ней психолог занимается. Ну и что будет дальше? Будем лечить. Ее ждет химиотерапия. А родные-то в курсе? Да я не знаю, есть ли они вообще. А вот чем я могу помочь? Дай ей время. Паша, ты думаешь, у нее есть это время? Что же я делаю-то? И что мы психуем? Да, да я не знаю, честно. Обидно даже, стыдно. Я же ее позвала, чтобы помочь. Да, телефон онколога дать, а получилось. Света, она у тебя мужа увела? Прям так взяла и увела. Не за ручку же она его взяла и повела. Он сам знал, что делает. Ну да. Я поражаюсь все-таки, как все просто у них. Взял, собрал вещички и ушел. Знаешь, не могу даже понять, то ли я счастлива, что он ушел, то ли мне обидно, что он просто так взял, ушел, побросал вещи, даже не извинился, не объяснился. Света, какие тебе нужны объяснения? Что он должен объяснить? Вик, ну я не знаю. Знаешь, просто на душе прям так пусто. Ну это понятно, вы столько лет были вместе, и потом у вас общий сын. Этого же нельзя списать со счетов, правильно? Главное, что ты решила. Да? А, да, 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 решила. Ну вот, отлично. Теперь надо переключиться на что-то другое. А лучше на кого-то. Ты-то о чем? О мужчине. Скажешь тоже. А что? Ты молодая, симпатичная женщина. Павел? Очень приятный мужчина. И ты сама говорила, что он до сих пор к тебе неровно дышит. Вик, я не готова. Ну или пока еще не готова. Я просто только стала отходить от того, что у меня нет онкологии. Не знаю, радоваться жизни, что ли, стала, как задышала. Тут опять все взяла и рухнула. Так, мы так вообще не говорим. У нас жизнь началась с нового чистого листа. Мы только так теперь думаем. Вот я сейчас банальную вещь скажу, но счастье, оно где-то рядом ходит. Мы просто его не замечаем. Его просто нужно увидеть, Свет. И у тебя есть сейчас такая возможность. Это я опять про Павла. Вик, ты мертвого уговоришь. Я не знаю, не пробовала. Попробуй, получится. Ой, ты чего такой довольный? В танчики выиграл. О, да ты прошаренный, я смотрю. Ну, правда, чего довольный ты такой? Помнишь, я тебе рассказывал про ту девчонку из школы? Про Дашу? Мы мутим. Что? Мы замутили, ма. Прикинь, 2 часа сегодня с ней гуляли. Угу. С ней так весело. Она такая общительная. С ней так прикольно. Легко. Все 2 часа проржали. Я рад за вас. Ладно, иди спать. Спокойной ночи. Ты учебники назад собрал? Ма. Ну что, зуб почистил? Ма, я все сделал. Точно? Пап, когда вернется? Не знаю. Что у тебя там с Ирландией? Когда надо ехать? Сейчас тебе расписание курсов покажу. Угу.
Анна, вы же собрались? Да, я готова. Это не мое. Это ваша подруга принесла? Да нет, это какая-то ошибка. Какая подруга? У меня есть, конечно же, коллега-дизайнер. Я его в шутку называю подружкой, но он уже принес мне мои вещи. Анна, послушайте, я вас очень прошу. Больше ничего подобного с собой не устраивайте, пожалуйста. Жизнь в сущности неплохая штука. Разве? Ну, понимаете, у вас всего лишь депрессия. Вам нужна помощь специалиста. Надо подержать себя лекарствами. Иначе, вы знаете, если будет повторная попытка, то вас сразу после реанимации автоматически определят в психиатрическую клинику. Психушку? Да, и никто не спросит, хотите вы этого или нет. Таков закон. Вы представляете, откройте глаза, вокруг одни сумасшедшие. Ну, неужели вы этого хотите? Хватит меня пугать. Я больше ничего делать с собой не буду. Обещаете? Обещаю. Ну и ладненько. Вам счастливо. Выписку возьмете на пропускной. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Не хотите. Родителям вы не скажете, и друзьям тоже. И жалости вы к себе не хотите. Послушайте, это просто невозможно. Вы зачем пришли? Что вам от меня надо, в конце концов? У меня нет уже отношений с вашим мужем. Ань, я знаю, я не об этом пришла поговорить. А, это вы та самая подружка, которая принесла мне пуховик и ботинки. Так вот, мне от вас ничего не надо. Заберите. Ань, подождите. Анна, остановитесь, подождите. Послушайте, наш центр совершил ошибку, и мне это крайне неприятно. Но химиотерапия – вещь дорогая, понимаете? Кого-то можно очень долго ждать. Тут главное не упустить время, поэтому вас будем лечить за наш счет. Вы серьезно? Абсолютно. Правда, лечение дорогое. У вас не будет времени полноценно отдаваться работе. Мое предложение в силе. Если вы сделаете эскизы, я готова платить 50%. Послушайте, в вашем офисе ремонт не нужен. Не надо меня жалеть. Я вас провожу. Давайте. Прошу вас. Давайте я вас провожу. Да нет, не стоит. Спасибо. А я на кофе хотел напроситься. У меня нет кофе. Можно я заберу сумку? А вон, кафе. Я сейчас сбегаю, куплю кофе. А сумки я ваши принесу. И не беспокойтесь, я мигом. Спасибо. Ой, правильное решение. Документы где? В Караганде. А ты сентиментальная. Раз у вас нет дома кофе, то я подумал, что... Какими судьбами, Паша? Ты же вроде моей женой интересуешься.
и любовницей тоже? Живой. Не переживайте, очухается. Давайте я вам помогу. Просыпайся. До свадьбы заживет. Сюда я больше не вернусь. Я вас понимаю. Скажите, вам есть куда ехать? Я не знаю, там, подруга какая-нибудь, родственники? Ладно, садитесь в машину. Куда мы поедем? Ну, может, и у меня день-другой пожить, пока не определитесь. Нет, это неудобно. Послушайте, что вы заладили? Неудобно и неудобно, а? Ну, другого я вам ничего не могу предложить. Хотя, сейчас, минуту. Алло, Свет, привет. Скажи, а у тебя дача? Ну, вот как-то так. Второй этаж, правда, еще не доделан, но на первом жить можно. Мы с маленьким недочетом. Ну, в основном свет, вода, газ, все необходимое есть. Единственный минус – магазин далеко. Как у вас тут тихо. Красота. Да. Ну, думаю, еды в холодильнике на первое время хватит. Ну, если что, я завтра могу привезти. Да, там соседка Нина Семеновна. Если что, по всем вопросам к ней. Очень приятная женщина. Пойдемте в дом. Хорошо. Хорошо у вас тут. Просто рай. Угу. Красота. Да, алло. Подъехали уже. Код 231, квартира 19. Да. Вам придет СМС с кодом. После подтверждения вы получите доступ к вашим деньгам. Спасибо. Пожалуйста. Алло, это я. Я готов вернуть часть денег. Да я знаю, что надо вернуть все, но... Я верну все, но мне нужно время, понимаете? Я обещаю. А ты чего еще не спишь? Да я в больнице выспалась. Надолго. Это тебе так кажется. Ну как, тебе здесь комфортно? Да, да, очень уютно. Ань, я хочу извиниться. Когда я пригласила тебя в офис, на самом деле я Да нет, что вы, это же я кругом виновата. А вы извиняетесь. Я вам очень благодарна за помощь, за то, что не оставили меня. Тогда предлагаю с этого момента не на вы, а на ты. Отдыхай. Все будет хорошо. Павел очень хороший врач. Он сказал, будем бороться. А ты должна лечиться и верить. Поверь, у тебя вся жизнь впереди. Спасибо вам. Тебе. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Здорово, сынок. Здорово. Папа, почему мы на площадке встречаемся? А ты не в курсе? Ну, почему мы с твоей матерью пока раздельно живем? Мысли. Она же сказала, что ты в командировке. В командировке. Она хочет развестись со мной и не говорила тебе это. А что случилось-то? Почему? Не знаю. Я пытался с ней поговорить, в общем. Сам не могу отойти от этой мысли. Может, она новую семью хочет завести? У нее что, кто-то есть? Может, и есть. А может, и был всегда. А может, это дядя Паша вот этот, который названивает ей постоянно? Так, Кирилл, я никогда не следил за твоей матерью и всегда ей доверял. Так что, может, правда, она хочет завести новую семью. Понятно, почему она в Ирландию мне разрешила ехать. Чтоб я с ней мешался, не спрашивал ничего. В какую Ирландию? Ты что, уезжаешь? Да. Уже все оплачено. Вот эта история. Пап, что за бред, скажи мне? Что, ты поговорить с ней не можешь? Я пытался, сынок. Ладно. Вопрос тогда я сам поговорю. Стоп. Если твоя мать что-то решила, значит, она решила. Да ничего страшного. Меня она послушает. Кирилл! Ваш номерок, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Как вы, готовы? Здрасте. Страшновато. Не бойтесь, я рядом. Спасибо. Пойдемте. Добрый день. Рубашки я тебе погладила, свитер тоже положила. Может быть, холодно. Я тебя прошу, пожалуйста, складывай вещи аккуратно. На. Ну, ботинки сам положишь. И не забывай, пожалуйста, звонить и фотографии присылать. И ты свои присылай с новым мужем. Чего? Ничего. Вернусь, а ты уже развелась и замуж вышла. У тебя же все быстро, да, мам? Раз, и нет отца в доме. Че, теперь новый появится? Ну, тебя прошу, не говори ты глупости. Короче, ты сама решай, но я буду настраняться. Кирилл, Кирилл, давай поговорим нормально. Я тебя... Да. Это я. А, ты еще здесь? Поздно же уже. Заработался? Ну да, надо больше отдыхать. Вот как раз по этому поводу я и пришел. Ого, это что? Ну, может, твой день рождения не отметили? Была очень веская причина, а сейчас, как я понимаю, никаких причин нет. Вообще-то есть. Лично я за рулем. Я тоже за рулем. Вызовем такси. Света, я понимаю, почему ты не идешь домой. Муж испарился, сын уехал. Угу. Ни ответа, ни привета. Даже вон на звонки не отвечает. Я знаю, что такое приходить одному в пустую квартиру. Но поверь мне, как человеку, прошедшему развод, в холостяцкой жизни есть много чего интересного и хорошего. Поэтому я хочу выпить за тебя. Будь счастлива. Садись, я тебе поесть приготовила. Спасибо, но есть совсем не хочется. Жажда замучила. А, сейчас налью. Я, конечно, понимаю, что есть не хочется, но надо, через не могу. Давай пей.
Спасибо. Работаешь? Угу. Компания дает заказы на разработку эскизов. И я им за это очень благодарна. Хорошая работа. Слушай, а может, ты и мне эскизы сделаешь для офиса? Я бы с удовольствием посмотрела. Да у тебя и так там все в порядке. Правда. Ну, может, только сделать акцент на медицинскую тематику бизнеса? А почему бы и нет? Да, я тут набросала эскиз второго этажа дома. Можно расширить пространство между комнатами, если сдвинуть эту перегородку. Мне нравится. Давай. Ань, я тебе доверяю, правда. Ты вон тюль повесила, скатерть постелила. В доме сразу так стало уютно. Спасибо тебе большое. У меня руки до этого вообще не доходят. Ты мне скажи, мне тебя кормить или сама поешь? Давай, давай, давай. Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта девушка. Спасибо, что подсказали. Спасибо, что подвезли. Не за что. Да. Я вот что еще хотела вам подсказать. От тяжелого недуга лечат не лекарства, а любовь. Алло, Свет, я приехал. Да я вижу. Привет, девчонки, вы гуляли? Ага. Здравствуйте. Не представляете, у меня навигатор заглючил. Я чуть не заблудился. Хорошо, соседку вашу встретил в магазине, она подсказала дорогу. Она всегда такая, в образе. Да лучше она нормальная. Да? Угу. Ну ладно, а я привез много вкусного. Анне нужны фрукты, но а мы можем себе позволить. Как я смотрю, мы пируем. Давай, ну, что-нибудь. Гулять так гулять. Ладно, держи. Пойду. Аня, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Особенно после прогулки просто замечательно. Отлично. Пойдем тогда продолжим этот замечательный день. Не смотрите на меня так. Я в порядке, честно. Это был кошмар какой-то, когда я вправил вывих при наличии перелома. Я думал, меня вообще из больницы выгонят. И диплом отнимут. Вот такое было мое первое дежурство. Давайте, девчонки, за вас, а? Вы меня извините, но я плохо себя чувствую. Пойду спать, ладно? Ну да, давай. Ну, жаль, так хорошо сидели. Оставь, я сама уберу. Ну да, тебе действительно надо отдыхать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Она молодец. Хорошо держится. Да я сама удивляюсь. Свет, да и ты тоже молодец. Если бы не ты... Люблю тебя. Ты удивительная. Давай за тебя. Перестань. Ну, а то, что ты умница и красавица, это очевидно. А вот это надо почаще, пожалуйста, говорить. Ну, так я и сказал. Давай за тебя. Не, все, у меня уже голова кружится. Вот лучше бы у тебя голова кружилась, когда мы были в институте с тобой на анатомии и сидели рядом. Все понятно. Пора стелить. Значит так, ляжешь на втором этаже между коробок и стройматериал. Погоди, мы так не договаривались. Давай. Привет. Привет. Смотри, первые две позиции мы закрываем из наших собственных средств. Угу. Вся никого по дебиторке отработала на 5 с плюсом. Но это все вторая очередь. Нам с тобой принципиально нужно решить, что мы делаем. Идем на понижение доходности или кредитование. А, я все решила. Я подала заявку на кредит. В смысле? Ну, мы с тобой это обсуждали. Ну, правда, проценты не зверские. Выкрутимся. Ну, это очень большие риски. Я знаю. Я не первый год в бизнесе, поверь. Ты начальница. Тебе решать.
Здрасте. Здравствуйте. Привет. Ну как ты? Здрасте. Выглядишь намного лучше. Так уже почти конец курса. Ну да, осталось одна капельница, и будем гонять тебя по анализам. Страшновато. Не бойся. Я же всегда рядом. Спасибо. Вместе не так страшно. Семину передашь? Что, на флешке нельзя, что ли, было передать? Какая тебе разница, как дали, так и передашь. Если ты думаешь, что я здесь просто принеси-подай, ты сильно ошибаешься. Серьезно? Да. Удивительно. Неужели Семин настолько тронулся умом, что доверил тебе свой суперплан? Не верю. Я не такой недалекий, каким ты меня считаешь. Думаешь, самый умный? Подсунул нам левые цифры. А мы в них поверили? Твоя Баженова из кожи вон лезет, чтобы сделать цену ниже конкурентов. Ты не все просчитал, Леха. Первое место вам любезно уступают. А вот когда Баженова не найдет деньги на финансирование своего контракта, по условию тендера вашу фирму отстраняют и накладывают вот такой штраф. А поставщиком становится компания номер два, которая принадлежит дружественной нам стране. Да. Удивил ты меня, Ванечка. Молодец. Ты на самом деле очень сильно вырос. А ты думал? Угу. Вырос ты в абсолютного кретина. Кирилл, ты приехал? Ты ж должен был только через 3 дня. Соскучился. А чего не позвонил? Сюрприз. Привет, Вить. Привет, Свет. Есть будешь? Ну, давай. Ну, как Ирландия? Зеленая страна. И это все? Масло в цель. А что, в Ирландии наливают до 21 года? Не наливают. Слушайте, может, уже поговорим нормально? Да, давайте поговорим. Ну, давайте поговорим. Свет, я все обдумал. Развода я не хочу. Готов вернуться. Развод хочу я. И видеть тебя здесь не желаю. А ты чё? Все нормально, сынок. Мама устала на работе. Срыв бывает. Да нет никакого срыва. Мы с тобой все обсудили. Это было обдуманное и взвешенное решение. Ма. Помолчи. Наше с папой дело. Да папа не хочет разводиться. Это что, из-за дяди Паши все? А почему здесь дядя Паша? Ты что такое говоришь? Да будь честно. Ты скажи, как есть. А чего говорить-то? Да ничего. Я тогда пойду, сейчас и морду ему набью, понятно? Чтоб тебе не приближался. Так, Кирилл, вернись! Ты что за цирк устроил? Никакого цирка. Я, пожалуй, останусь. С какой-то стати? Половина совместно нажита. Давай, ушел. Давай, сынок. Хорошего дня. Па. Все, допил кофе? Уматывай отсюда. В смысле? В прямом. Ты здесь жить не будешь. И что ты сделаешь? Слушай, Свет,
Я был неправ. Ну, правда, но кто не ошибается? Это все, что ты можешь мне сказать, ты был неправ? Ты 3 года ошибался за моей спиной? Я виноват, я признаю. Ты даже не представляешь, как мне было больно. Но ты на этом не остановился. Ты еще и девушку больную бросил. А если бы мой диагноз подтвердился, ты бы меня бросил? Нет, конечно. Конечно. А что я рассчитываю еще услышать? Знаешь что? Знаешь что? А если бы ты захотела, ты бы сразу поняла, что у меня кто-то есть. Но тебе было не до меня. Ты занималась своей работой и карьерой. Ты с ума сошел? То есть то, что я на протяжении всей нашей жизни тебе доверяла, это я виновата? Собирай-ка ты свои вещи и уматывай. Отлично. Тогда мы сделаем все по закону. Хочешь по закону, давай по закону. У меня сейчас нет времени. Когда вернусь, тогда и поговорим. Ну вот и у меня будет время подумать. Угу. И посуду помыть. Вот она, моя красавица. Привет. Привет, давно не виделись. Слушай, надо кое-что разузнать. Поможет? Конечно. Давай, с вами. Что это ерунда? Спасибо. Ну что так долго? Терпение. Так, ладно, я пойду сам поговорю с врачом. Динамика есть. Положительная. Ты молодец. Совсем справилась. Я же говорил, жизнь прекрасна. Спасибо. Спасибо вам. Ой, мне позвонить надо. Буду ждать в машине. Ну ты чего расчувствовалась? Все же хорошо. Какие планы? Планы заварить чай с травками. Угу. Нам их летом Нина Семеновна собирает, потом передает. Очень вкусно. А у тебя какие планы? Да, какие у меня планы? С этой болезнью. Сегодня одно, а завтра. А завтра еще лучше. Правда, все же зависит от тебя. Ты идешь на поправку. Между прочим, твой гормональный фон много значит. Любовь лечит, между прочим. А я тут эскизы набросала для твоего офиса. Угу. Сейчас только заварю. Так. Иду. Хорошо. Так, а с этой перегородкой что делать будем? Сносим. Так, больше открытого пространства. Согласна. Сноси. А что там Паша, кстати, говорит по поводу твоих анализов? Все хорошо. Уверена, идем на поправку. Он вообще очень хороший. Да он просто замечательный. А ты знаешь, он не только профессиональный врач, а он еще очень и очень хороший человек. Это ты к чему? К тому, что мне уже бежать пора, а ты тут давай хозяйничай. Сейчас чай заварится и пей. И побольше отдыхай. Все, на связи. Угу. Спасибо. Не за что. Привет. Ты опять здесь? Ну, мы же не договорили. И потом я все обдумал и согласен на развод. Угу. Отлично.
Но есть одно условие. Какое? Твой бизнес. Ты его начала, когда мы были в браке. Я в него вкладывал, так что... Ви, ты память потерял? Вкладывал? Вообще-то этот бизнес начала с нуля. Свет, совместно нажитое имущество по закону. Так что я подаю иск, или мы договариваемся. Ты в своем уме? Ой, только вот не надо. Давай все по-хорошему. По-хорошему? То есть отдать тебе половину моего, я подчеркиваю, моего бизнеса, это по-хорошему? Я все подсчитал. Вот мое предложение. И я больше ни на что не претендую. Отлично, давай посмотрим на твои ожидания. Свет, там даже меньше половины. Я все почитал. Ты шутишь? Откуда у меня такие деньги? Это очень щедрое предложение. Так что, Свет, решайся. Потому что суд – дело долгое и изматывающее. Ты на нем потеряешь еще больше. Поэтому или ты находишь нужную сумму, или я подаю иск. Ну, знала я все про твоего Виктора. Ситуация, прямо скажем, неприятная. Ну и насколько она неприятная? Ну, в долгах он по уши, Свет. О. Да. Я всю картину тебе не расскажу, но я думаю, той информации, которую я узнала, ну, ее будет достаточно. В общем, когда-то давно он очень сильно прогорел. А денег он занял у мутных людей. Да. И вовремя отдать долг не смог. Ну, соответственно, они включают счетчик. Ну, классика жанр. Он бежит в банк, берет деньги там. Угу. Часть отдает этим людям, а на другую часть начинает играть на бирже. И первое время он делал это достаточно успешно. А потом он решает сыграть по-крупному. И он занимает еще денег. И все проигрывает. Ну и понеслось, понимаешь. Он бежит опять в банк, опять занимает денег. Ваша квартира в залоге у банка. И самое плохое, Свет, что ты по всем кредитам проходишь как созаемщик. Отлично. Да. А все это время он делал вид, что он работает, зарабатывает. Теперь я понимаю, зачем ему так срочно нужны деньги, чтобы расплатиться со всеми долгами. Да. И самое обидное, что с этим человеком я прожила лучшую часть своей жизни. Ну, я бы на твоем месте так не горячилась. Оставим слово «часть». Американских фильмов насмотрелся. Бизнес мой захотел. С другой стороны, конечно, в судах можно больше потерять. Лёш, правда, я просто не знаю, что делать, а? Нет, судиться сейчас нельзя, иначе «Строймет» можем потерять. Компания, которая становится объектом судебного разбирательства, автоматически вылетает из тендера. Спасибо. Ну, хочешь, я поговорю с ним? Это бесполезно. Самое обидное, что деньги оттуда я вытащить сейчас не могу. Но, честное слово, со мной это вообще первый раз. Как в страшном сне. Лично сейчас не важно. Главное, компанию спасти. Но есть еще один вариант. Конечно, не самый хороший, но возможный. Какой? Подарить компанию доверенному лицу. Тебе, например? Ну... Здесь тоже есть подводные камни. Опять рискуем тендером, смену руководства, учредителей, генерального директора. Все это займет определенное время. Надо подумать. Привет. Чего хотел? Мне Света все рассказала. Ты же понимаешь, это не только ваше дело, это дело компании. Компания – это люди. И если они уйдут, то вам со Светой ничего не достанется. Ну, это ее проблема. Нет, Витя, ошибаешься, это ваша проблема. Если ты сейчас выведешь деньги из компании, то она обесценится. И ни тебе, ни Свете ничего не останется. Ты получишь деньги. Но не сейчас, а частями. Я не могу ждать. Мне нужны все деньги. А давай договоримся с тобой. Не договоримся. Все и сразу. Ты же понимаешь, что ошибку совершаешь. Мозги-то включи. Чего ты мне голову морочишь? Она хотела, чтобы ты со мной поговорил, ты поговорил. Ей есть что продать.
Если она хочет развода, пусть подвинется. Ну, скажи мне, что теперь делать? Нет, я понимаю, если бы он хоть немного бы занимался бизнесом, другое дело, но он же вообще к этому не прикасался. Накручивай себя. Леша, я себя накручиваю. Да ты вообще знаешь, что он сделал? Я хотела взять в банке кредит под залог квартиры для нашего бизнеса. А оказывается, квартира уже заложена. Он просто подделал мою подпись, и я уже должна. Да, все это неприятно и неправильно. Леш, ты чего? Просто говорю, что нет никаких причин себя накручивать. Я с тобой. Все будет хорошо. Ты? Я. У меня есть потенциальный инвестор. Это мой родственник. Он недавно продал квартиру в центре Москвы. Деньги сейчас на депозите лежат, а он не знает, куда их вложить. И если мы ему предложим условия с доходностью чуть выше процентной ставки банка, я думаю, на это можешь согласиться. К тому же это будет ниже ставки по кредиту для нас. Это, конечно, было бы здорово. Думаешь, это реально? Ну, я предполагал, что мы не договоримся с своим Виктором. Поэтому заранее обговорил условия, на которых мы можем получить деньги. Конечно, если ты не против. А ты доверяешь ему? Как самому себе. Леша, спасибо тебе большое. Правда, ты... Я просто делаю то, что считаю правильным. Не, правда, спасибо тебе огромное. Если бы ты не ты, я вообще не знаю. Хватит. Да. Ну, серьезно, перестань. Ты что перестань? Перестань плакать. Да. Дай тебе салфетку. Давай. Перестань. Ты возле офиса, вон сотрудники твои ходят. Хватит. Ты сильная женщина, красивая. Ну и что? Из-за этого я что, не могу просто взять и поплакать? Нет, почему? Можешь, конечно. Хочется плакать? Да. Добрый вечер. Добрый. А Светланы нет, она сегодня в городе. А я и не к ней. Ну, тогда приходите в дом, я пирог испекла. Правда? С творогом. 100 лет не ел домашних пирогов. Почему? Да потому что готовить некому. А из меня кулинар так себе. Балерина, которая играет Джульетту, она свисает с балкона. Угу. Ромео снизу, тянутся друг к другу, сейчас будет поцелуй. И в этот момент Джульетта падает и прямо на Ромео. И все. Что, все, спектакль закончен? Нет, почему? Они встали, отряхнулись и дальше продолжили танцевать. А-а-а. Зрители думали, пришли на трагедию, оказалось, на комедию. Ты сегодня очень красива. Спасибо. Правда, правда. А еще я помню, как профессор анатомии проверял студентов. Ну вот, допустим, спорная оценка. Он говорил, похлопайте меня по плечу. И что? В обычном понимании плечевая кость, она вот здесь. В анатомическом она здесь. А у вас какая была оценка? У меня 4. Вот Света была отличница. А меня интересовала только хирургия и смежные науки. Психиатрия. Я ее вообще прогуливал, из-за нее меня чуть из института не вышибли.
А мне пора. У меня утром дежурство, но я к тебе еще заеду. Я буду вас ждать. Пора переходить на ты. Пока. Доброе. Кирилл, иди завтракать. Я есть не хочу. Прекращай, целый день впереди. Не хочу, сказал же. Хватит дуться. Дуться? Ты разводишься с отцом, выгнала его из нашего дома. А я что, дусь, по-твоему, что ли? Но это не так. Мам, я не ребенок. Ты могла бы поговорить со мной открыто. Так я и хочу с тобой поговорить, садись. О, когда уже решил все, обратно ухода нет, да? Нормально. А меня кто вообще спросил? Кирилл. Все, не хочу ничего слышать. Достала эта история уже. Света, ты сегодня выглядишь потрясающе. Спасибо, стараюсь. С Виктором договорилась? Нет, с Виктором как раз есть сложности. На него сильно надавили кредиторы, и он хочет решить проблемы за мой счет. Сумму знаешь? Да, вот, Вика показала. Ох, так он с тебя требует в два раза больше. Угу. Хочет за мой счет обеспечить себе безбедную жизнь. Но, если он так торопится, значит, на него очень сильно насели кредиторы. Мы можем попытаться договориться. Можем выкупить его долги, хотя бы банковские. Ну, в принципе, как невольный созаемщик, с банками договориться смогу. Вот, я могу взять частников на себя. Спасибо. О, привет. Света, ну зачем так много? Ну, реабилитационный период. Фрукты, витамины. Свет, а представляешь, у меня анализы пришли. Так. Очень хорошие. Это ремиссия. Ой, я так за тебя рада. Я же говорила, что любовь лечит. Ну что, думаешь, я не вижу, как вы смотрите друг на друга, а? Он просто заботится. Ну, как врач. Ну, да-да-да, конечно. Хочу тебе сказать, врач просто так пациенту на дом не ездит. Тортики и фруктики не привозит. Но я же вижу, что он тебе тоже нравится. Честно? Очень. Нет, Свет, ну ты не подумай, я не какая-нибудь там легкомысленная. Просто это вся история с Виктором. Так, стоп. Как-то... Давай, пожалуйста, про этого подлеца больше ни слова. Зачем нам это все вспоминать? А у тебя? Что? Кто-то есть? Я же вижу, что ты какая-то необычная. Ну, вообще, еще рано об этом говорить. Но есть один человек, который нравится. Что самое интересное, всегда был рядом. Вот ведь странная штука жизнь, да? Свет, я за тебя очень рада. Слушай, забыла тебе показать кое-что. Что? Сейчас. Это документы на квартиру, которую купил Виктор. Подожди, какую квартиру? Что значит купил? Купил квартиру, оформил на меня. Я ему сделала дарственную, но не успела заверить у нотариуса. И сколько она стоит? 10 миллионов. А откуда у него такие деньги? Вот ведь молодец, а? Квартиру заложил? Я за него долги, как созаемщик, выплачиваю. Еще полбизнеса оттяпать хочет. И квартиру купил. Хорошо устроился. Свет, это что ж получается, он на твои деньги купил? Угу. Своих у него никогда не было. Ну, значит, эта квартира твоя?
Получается, что так. Свет, я должна ее тебе отдать. Квартиру же можно продать. Ну и Виктору отдашь деньги, чтобы отвязался. Подожди, Аня, где будешь жить ты? Я буду снимать, как раньше. У меня же есть работа. Да все нормально. Спасибо тебе большое. Чай. Спасибо. И самое главное, соседка по даче варит очень вкусное варенье. Райские яблочки. Это так яблочки называются или варенье? Кирилл, здороваться будем? Чай с нами пить будешь? А что тебе, дядя Паша надоел уже? Прости, что? Ничего. Мой папа рассказал, какая ты. А какая я? Кирилл, мне надо так с мамой общаться. А вы вообще не вмешивайтесь. Вы кто такой? Мамин заун. Сидите молча, варенье трескайте свое. Прости, Кирилл! Веди себя, пожалуйста, как мужчина и хозяин в доме. Папа-то в хозяин. Кирилл! Все хорошо? Все в порядке, голова закружила. Присядьте, присядьте. Воды налить тебе? Нет, нет, просто я пойду за ней. Я схожу, не переживай. Посиди. Спасибо. Я приведу ее. Кирилл, мне нужно кое-что тебе сказать, это очень важно. Ну, что еще? Все не так, как ты думаешь. Твоя мама не говорила тебе все правды, чтобы не портить твои отношения с отцом. Чего? У твоего папы вот как уже 3 года другая женщина. У папы? Да. Подождите, ну... С чего я должен вам поверить? Ну, я не говорю, чтобы ты мне верил. Я тебе просто расскажу факты, а ты уже сам думай, что делать с этой информацией. Только, пожалуйста, не расстраивай маму. Она из-за тебя сейчас чуть в обморок не упала. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Собираюсь квартиру продавать. Что? Ну, она оформлена на меня. Так что прошу тебя ее освободить. Но у меня дарственная. Покажи. Ты же документы оформляла, делала бумагу. Короче, ты вещи свои собирай. И завтра тебя здесь быть не должно. Или я приду с полицией. А ты молодец. Вы периферийно умеете в Москве устраиваться. Иди отсюда. Иди отсюда. Привет. Ты сейчас же извинишься перед Анной за сказанные слова и пойдешь собирать вещи. Да? Здравствуйте, Юрий Павлович. Очень рад вас видеть, Алексей Владимирович. Сегодня объявят результаты тендера. Помню. Судя по списку, ваша компания в лидерах. Я просто уверен, что вы выиграете. Это очень хорошая новость. Но это ведь только полдела. Денег-то у вас на закупки нет. Баженова возьмет кредит. Я знаю. Это мои люди ей посоветовали. А вы, Алексей Владимирович, должны убедить ее взять этот кредит вот в этом банке. И как я должен буду объяснить это Светлане Игоревне? Да как хотите.
тут у вас безграничные возможности. Придумайте что-нибудь. А проценты здесь будут такие, что мы потом не выкарабкаемся. Коллеги, хочу вас поздравить. Точнее, нас поздравить. Мы хорошо поработали. И результат. Мы выиграли тендер! Контракт! Конечно, хочу вас поблагодарить. Мы большие молодцы. Ну и отдельное спасибо вам, Алексей. Ой, ну что вы? Мне кажется, Светлана Игоревна несколько преувеличивает мои заслуги. Да нет, ну что, спасибо. Может, ты все-таки объяснишь, что вы со Светой задумали? Я, конечно, готов поработать твоим телохранителем, но хотелось бы знать хоть какие-то подробности. Это не моя тайна. Да это и не тайна вовсе. Просто мне кажется, что Свете было бы некомфортно, если бы об этом узнали посторонние. Посторонние? Это я-то посторонний? Нет, конечно, прости. Просто тут такая история, понимаешь? Виктор купил квартиру, оформил на меня. Но купил на Свете на деньги. Поэтому я ее теперь хочу продать и все Светлане вернуть. Ну, а Виктор приедет сюда. Ему же надо где-то жить. Да, нигде покоя нет от этого Виктора. Ладно, давай я тебя отвезу. Куда едем? В гостиницу, а потом сниму что-нибудь. Хорошо. Поехали, поживешь пока у меня. Не-не-не, я так не могу, это неудобно. Послушай, неудобно это в гостинице. А у меня уютная, просторная квартира. Хоть холостяцкая, но места полно. Тем более я часто бываю на дежурстве. Я не могу, правда. Я просто хочу помочь, чтобы ты не тратила деньги на гостиницу. Поехали. Виктор, я буду представлять интересы Светланы во время вашего бракоразводного процесса. Пожалуйста, ознакомьтесь с документами. Давайте ознакомимся. В общем так, твои долги я беру на себя, кредиты погашу. Ты начинаешь новую жизнь. Взамен ты подписываешь бумаги о разводе и о том, что не имеешь никаких претензий. А деньги где? Я отдаю тебе загородный дом и конверт, пока не найдешь работу. Это все? Мы так не договаривались. Мне нужна полная сумма. Виктор, Светлана может передать ваши долги другим кредиторам, и они будут уже не столь дружелюбны. В общем так, либо ты подписываешь и соглашаешься, либо сделки не будет. Тогда суд и со своими долгами разбирайся сам. Ладно, благодетельница, мать Тереза. Мне очень нравится, когда ты улыбаешься. Не замечала, что вы умеете делать комплименты. Да вы меня вообще никогда не замечали. Нет, как сотрудника, конечно, вы меня замечали. Это упрек? Нет, это претензия. Ладно, давай серьезно. Я хочу поблагодарить тебя и твоего родственника за помощь. И заказала сегодня в ресторане столик на троих. Очень хорошая идея, замечательно. Но вряд ли получится. А почему? Он в командировке. Ну, без проблем. Давай на следующей неделе или, если удобно, в конце месяца. Нет. Он просто постоянно в разъездах, то по России мотается, то по миру, постоянно в движении. Вот. Лёш, что происходит? А? Ты не умеешь врать, говори правду. Нет никакого родственника. Но перевод был с твоего счета. Ты сам сказал, что родственник перекинул все. Подожди, так родственник это ты? Леша, это твои деньги? Ты продал квартиру? Заложил. Леш, ну ты с ума сошел. Нет, наоборот, почему? Пораскинул мозгами, подумал и принял решение. Леш, ты такой
Спасибо тебе. Алло. Да, я искал работу, да. 50 лет. Была своя компания, опыт есть. Чего я делал последний год? Ну, мелкие контракты были, да. Перезвоните, да, спасибо. Перезвонят они, уроды. Здравствуй, Виктор. А, Нина Семеновна, что вы все, Нина Семеновна, как чертик из табакерки все. Бух. Ну что, наломал дров? Что вы все с каким-то подвыпертом говорите, ничего я не наломал. Держись своей жены, Виктор. Держусь. В ней твое спасение. Держусь. Что вы все советы даете, когда вас никто не бросит. Да, алло. Да, я искал работу, да. Да. Нашли уже. Че звоните же, раз нашли? Звонят они, уроды. И я очень рад вас видеть, Юрий Павлович. Почему вы не взяли кредит в банке? Видите ли, Светлана Игоревна настолько обворожительная женщина, что я готова помочь очень многим. Мы нашли деньги в другом месте. Свои отдал. Благородство играешь. Так ведь за благородство надо отвечать, и ты поплатишься. Ну, это вряд ли. Вы же не хотите, чтобы все узнали, что в тендере участвовала компания вашей любовницы. Или дружественной нам стороны, как назвал ее Иван. Я думаю, комиссии это не очень понравится. А больше всего это не понравится вашей жене. Откуда узнал? Во время одного из наших разговоров вы мне намекнули, что у вас есть уши в нашей компании. Я сразу понял, о ком идет речь. Только Светлана Игоревна имела неосторожность уволить Милу. Но надо сказать, за дело. За дело она тебя уволила. В общем, Мила была очень сильно расстроена. Я пообещал, что попробую исправить ситуацию в обмен на ее помощь, если она со мной поделится своими знаниями и наблюдениями. Отчаянный ты парень. Ты же знаешь, что у меня на тебя есть... Ничего у вас на меня нет. Я все это придумал. Закинул вам эту информацию через Ваню. Чтобы вы думали, что я нахожусь у вас на крючке. А на самом деле все это время было совершенно по-другому. Может быть, кофе? Я угощаю. Ваня! Да? Кофейку попей. Ты на заправке попьешь. Мы вот так вот гуляли вместе. Симпатичная. Да? Да. Нина Семеновна, добрый вечер. Вы серьезно? Спасибо. Что-то случилось? Отец запил. Что ты так решила? Нина Семеновна его только что видела. Ой, слушай, ты, это Нина Семеновна сама выглядит так, как будто квасит с утра до вечера. Зачем ты такое говоришь? Она, конечно, странноватая, но ни зачем таким замечена не была. Ладно, поеду на дачу. Ману, куда ты сейчас поедешь?
Давай завтра уже, я с тобой могу. Нет, завтра я сама утром поеду, а ты школу перед контрольной пропускать не будешь. Помой посуду, ладно? Я ему говорю, я лягу на диване. Ты врач, тебе нужно отдыхать. А он нет, ты моя гостья, я не допущу. В общем, перетягивали одеяло и поцеловались. Прям не жизнь, а голливудское кино. Как говорят бабушки, не было бы счастья, да несчастье помогло. Привет. Паш. Я тебе ключи завез. Дубликат сделал, чтобы ты от меня не зависел. А? Виктор. Да. Доброе утро. Доброе. Ну что, ты решила, что делаем? Ну что, ты идешь в школу, я еду за папой и везу его к Паше в клинику, пусть прокапывают. Если мы не меняем, как ты удотащишь? Давай я с тобой. Дорогой мой, твоя мама хоть и бывший, но хирург-травматолог. А бывших хирургов-травматологов не бывает. Я на своем... Витя, а что здесь происходит? О, смотрите, кто к нам пришел. Чего тебе надо? Да не, просто Нина Семеновна позвонила, сказала, что ты в таком состоянии. Заботу решила проявить. Ты с этой ведьмой тоже заодно. Выселила меня в эту дыру, теперь жалеть приехала, что ли? Да нет, в чем здесь жалеть? Я приехала поговорить. Правда, ведь тебе нужно выйти. Давай в клинику съездим, тебя там прокапают. Куда? С психологом, в конце концов, пообщаться. В психушку хочешь меня упечь, да? Нет, не в психушку. Прости, что мне в больницу тебе капельницу поставят. Чего надо? Пошла отсюда. Вить, я пришла поговорить. Давай, давай поговорим. Пойдем выпьем. Нет, я прошу, ну не надо. Давай спокойно. Давай. Больно тебе, отпусти. Да ты руку мне сломаешь. Больно тебе. Больно. Вышвырнула меня, как кота паршивого. Ни денег, ни работы, ни семьи. Давай, дорогая моя супруга, ты куда ты звонишь-то? Выпей. Выпей со мной, выпей. Или брезгаешь, да? Выпей, иди сюда. Господи, отпусти! Ну, правда, мне в город надо. Сейчас Кирилл вернется, и школа будет волноваться. Сыном прикрываешься. Сила ты меня угробила. Ты меня угробила! Ты развода хотела! Чтоб ты сдохла! Кирилл, привет! А? Здрасте. Где мама? Что-то я до нее целый день дозвониться не могу. Должна была быть на совещании, не пришла. Что-то странно происходит. Она в деревню к отцу поехала. Он запил, хотел его к дяде Паше в клинику отвезти. Так. Мне это не нравится. Вы в деревню? Да. А это можно с вами? Давай быстрее. Ага. Пусть все сгорит. Да. Света где? Горит твоя света! Ты ведь сядешь. Подожди. Присмотри за ним. Света! Чисто.
Свет! Ой, подожди! Я замер! Я так испугался. Он просто не меняю. Все, все, все. Все прошло, все хорошо. Тише, тише, тише. Ау! Поста! Что это было? Прости. Нужно говорить, без телефона. Я знаю, это Паш. Я вижу. Паш, да. Света, привет. У нас отличные новости. У Ани устойчивая ремиссия. Я вас поздравляю. У Ани ремиссия, она обязательно отличная. Очень хорошо. Да не переживай, да, да, я тоже скоро приду на чекап. Только не одна. Я с мужем приду. Он, конечно, боится этого того, но ничего. Но все будет хорошо. Все, пока, до встречи. Хорошо, будем ждать. Пока. Ну что, побежали? Побежали. Все, побежали.